Привет, друзья! Гуляя в небольшом лесу, я увидела вот эти цветочки и решила вам их показать. Сегодня у нас 7 октября, и вот, знаете, осенние цветы уже уходящего сезона, они воспринимаются особенно как-то трогательно, и они особенно ценны. Вы знаете, когда все буяет цветами, и не знаешь прям, на что больше любоваться. Настолько все красиво и ароматно благоухающе, и самыми разнообразными цветами и красками. Тогда, наверное, вот не так ценится, как вообще в жизни, наверное, то, что легко дается и чего много. Оно не настолько ценно, как вот то, чего уже мало, и то, чему начинаешь видеть и понимать цену. И вот такие цветы, к тому же, еще и необычные. Посмотрите, как они, как такие вот розово, очень теплый розовый цвет. Цвета, и такие у них необычные листья большие. Посмотрите, какие соцветия, как свечи. Вот, решила вам их показать. И также вот такие трогательные, очень нежные, розовые. Вот посмотрите, прям звездочками в мокрой, после дождя и тумана. Траве, посмотрите, какая прелесть. Такие вот трогательные, нежные. Знаете, вот всегда хорошо общаться с природой вот так накоротко и подмечать и замечать вот такие маленькие, вроде бы совсем не важные, можно сказать. Что уж такого тут важного в этих цветочках мелких, в этой растительности. Но, знаете, это разгружает психику, разгружает мозг. Это забирает стрессы. Вот как, знаете, электричество отводит стержень, погруженный в землю, да? Вот громоотводы и так далее, заземление техники. Так и вот душу нашу, заземление и единство с природой, оно ее очищает. Мы все наносное, все печальное, какое-то тоскливое, отжившее, мы оставляем. Оно вот уходит, оно покидает нас. И освобождаясь от ненужного, прелого и старого, мы очищаемся, и мы открываем двери в будущее, и мы даем свежим эмоциям, свежим потоком энергии, обновления, войти в нашу душу, в наши мысли, в наши эмоции. Вот такой еще я цветочек нашла. Не знаю, мне он напоминает, не знаю, как вам, орхидею. Правда, есть что-то похожее. Вот посмотрите, насколько он будто бы простой такой, он не яркий, он не большой, он совершенно маленький. Но посмотрите, как интересно он устроен. Как прямо маленький такой фонтанчик, да, из звезды. Вот посмотрите, как он сбоку, как ажурный такой. Видите, вот этот дальний, я на него хочу обратить сейчас ваше внимание. Посмотрите. Невероятная красота. А можно пройти, говоря по телефону или там, глядя себе под ноги, и не заметить вот такой вот красотищи. Прислушайтесь, как поют птички. Вот такую красоту я вам захотела показать и поделиться ею. Надеюсь, вам тоже это понравится и тоже
внесет в ваши души и в ваше сердце радость, умиротворение, новые надежды. И постарайтесь как можно чаще выходить на природу, постарайтесь обращать внимание и прислушиваться ко всему, что происходит вокруг вас. Единение с природой, любование природой. Недаром вот оно так популярно в Японии, в различных восточных философских течениях. Любование природой, восхищение ею, молчание рядом с ней. Потому что действительно перезагрузить душу, возможно, можно и в разных иных, так сказать, условиях. Но так, как это можно сделать на природе, ну, я думаю, вряд ли где-то еще можно. И вот посмотрите, как смола стекает еловая. Вот стекает и застывает. Когда-то, возможно, из нее будет янтарь, который найдут наши потомки. А вот здесь она еще пока не застыла. Вот покажу вам капельки, прозрачные совершенно, еще не побелевшие. Вот она как вода, прозрачная. Посмотрите, капелька. Вот я ее сейчас приближу. Вот посмотрите, капелька какая. Смолы. Ну, а я прощаюсь с вами. Ставьте лайки. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч, до новых видео. Всем всего самого доброго. Пока.